Друзья, все намного проще, чем вам кажется. Правда, замечательно, да? И те, кто сейчас стоит и смотрит, я приглашаю на танцплощадку учиться этому замечательному жанру. We can take a little detour. Have you ever ate McDonald's on a G4? О, всем привет! Ой, круто, у нас сегодня девочки, да, активнее, чем парни. Но это нормально. Меня зовут Катя, это мой партнер Женя. Как вы уже видели, это парный танец. Пардон. Так, хорошо. Мы будем с вами учить простые вещи, которые, в принципе, буквально за вот полчаса сможете потом танцевать на дискотеке и там своего молодого человека научить этим вещам и тоже танцевать вместе. Давайте попробуем сначала выучить шаги, которые необходимы, которые являются основным шагом, а потом попробуем все-таки найти парней, если нет, то будем танцевать вместе. Поехали. Итак, девочки, мы танцуем с правой ноги всегда вперед и двигаемся с левой назад. Давайте выучим просто алгоритм шагов. Давайте сразу в импровизации. Все достаточно просто, нужно просто повторять. Сначала помедленнее, потом побыстрее. Чуть помедленнее. И раз, два, четыре. Современный социальный танец диско Фокс, и мы только-только начинаем обучение. Заходите, присоединяйтесь к нам на площадку. Получите заряд энергии, радости, драйва и подарок для самого активного участника. Так, меня слышно? Поскольку партнеров нет, будем обходиться без партнеров. Это нормальное явление, не переживайте. Сейчас обозначите в паре, кто будет партнером, а кто партнершей. Да? Давайте мы встанем в центр круга. И мы сейчас с вами попробуем алгоритм наших действий в паре разобрать. У нас с вами есть упор и натяжение. Упор — это когда мы двигаемся друг к другу. А натяжение, когда друг от друга. И появляется в руках такая пружинка. Упор и натяжение. Вместе к центру и от центра. Центру и от центра. И только не толкайте друг друга, оставайтесь в балансе. И раз, два. Отлично. Раз, два. Хорошо. И раз, два. Отлично. Давайте теперь попробуем те шаги, которые мы только что выучили, станцевать в паре. Теперь смотрите, поскольку у нас девочки с правой ноги ходят, мальчики ходят с левой ноги, то есть зеркальной. Нужно будет зазеркалить. Давайте попробуем на месте станцевать тот же алгоритм. Раз вперед, два назад и три еще раз назад. Раз вперед, два назад и три назад. Смотрите, друг к другу, друг от друга и еще раз друг от друга. И раз, два и три. Раз, два и три. Отлично. Раз, два. Очень хорошо получается. И раз, два и три. Раз, два и три. Хорошо. Давайте сейчас сделаем. У нас все время в парах меняется. Мы делаем вот так вот. Десяточку. И теперь решите, кто будет передвигаться.
туда, ты идешь вот туда, меняемся парами, меняемся парами. Вы идете вот туда, и ты двигаешь сюда, а ты стоишь на месте. Отлично. И то же самое попробуем в других парах. То же самое. Поехали. И раз, два, и три. Раз, два, и три. Раз, два, и три. Просто? Просто? Давайте попробуем под музыку сделать. Еще раз. Еще раз. Закончили еще. Итак, поехали. Сейчас. А другой ритм сейчас, да? Готовились. 8 и раз, два и три, раз, два и три, друг к другу, друг от друга, друг к другу, друг от друга, да, что-то похоже на вальс. И три, раз, два и три, отлично, два и три, раз, два и три, хорошо, отлично, дали десяточку. И выучим с вами один элемент, он достаточно простой, но интересный. Мне нужен мой партнер. Давайте кто-нибудь, опять же, в парах обозначьте, кто будет партнер, а кто будет партнершей. Я всегда, на самом деле, очень хочу всегда быть партнером, потому что у них партия намного интереснее, чем партнерша. Поэтому, кто будет партнером, лучше прям учить хорошо, потому что вам это пригодится. Фигура называется нижняя смена, смена на живот. Мы сначала покажем Жене, то есть мы сначала на месте, а потом просто поменялись местами. Ничего сложного, я вас уверяю, просто смена мест. Давайте попробуем. Итак, партнер повторяет за Женей, партнерши повторяют за мной. Сначала на месте, то, что мы с вами учили. И раз, два и три. А теперь внимание. Раз, двигаемся вперед. Руку положили на живот. Элемент называется смена на живот, потому что рука кладется на живот. Все просто. И теперь поворот на 180 градусов. Два. И пять вы встретили друг напротив друга. У вас правая рука партнерша и левая рука партнерша. И также и три двигаемся назад. И опять на месте. Раз, два и три. И все то же самое. Давайте повторим. Раз. И теперь поворот на 180 градусов. Два. Отлично. И три. И теперь поменяемся парами. Сделали сменку. Поменялись. То есть, давайте еще раз. Итак, на месте. Поехали. И шаг вперед. Раз. Два. И три. Теперь шаг вперед. Отпускаем правую руку партнерши. Правая рука у партнерши на животе партнера. Отлично. А теперь меняемся местами. Два. И встретились. Встретились, помахали друг другу. И три. Делаем шаг назад. И еще раз. Раз. Два. И три. И смена. Раз. Два. И три. Отлично. Еще раз. И раз. Два. И три. И теперь поменяемся местами. Раз. Два и три. Просто? Отлично. Под музыку попробуем. Еще раз смену сделали. Сделали смену. Заходите к нам на огонек. Партнеры, ваша помощь. Мы здесь учимся танцевать диско-фокс. Вот, вот. Это современный танец, социальный. Отлично. Ой, девчонки, присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь. Итак, давайте на месте. Вы уже услышали, да? Танец можно танцевать под любую музыку, которую на радио поет, или просто русский какой-то рок. Под любую музыку. Давайте на месте. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два и три. И смена. Раз, два и три. Отлично, девчонки. Хорошо получается. Вместе друг к другу и друг от друга. Давайте вместе с нами. Приготовились. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два и три. 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 Вперед друг к другу, друг от друга. Друг к другу. Друг от друга. Два и три. Давайте сделаем смену. Девочки, у нас хорошо получается. Давайте. Три. Получается.
работай. Горького. Да, это очень
эффектно. Вообще фигура смотрится всегда на ура. Поэтому не пренебрегайте танцующим. Отлично. Под любую музыку. Абсолютно любую музыку. Его за 15 минут мы только что проверили. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится. И тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер. С понедельника.